какой-то чиновник сказал самое главное, что границы не откроют. Никогда я не увижу твою счастливую улыбку в реальности. Понимаешь, никогда ты не позаботишься обо мне. Никогда ты не скажешь. Ничего мне не скажешь. Yes.
звездами их окружения поддерживал на картине никогда. Никому они не нужны здесь, в России. Россия вообще закрытая страна теперь. Я сам русский человек. Мои предки умирали на войне за страну, но только принадлежит она не нам. Поймите, я ничего не имею против русских людей, я сам русский. Мои предки были все русские. Я пытался узнать, как убиться, есть ли хоть кто-то у меня в роду. Нет, все русские, все были рабами. Всех отправили на войну, убивали. Всех отправили в колхозы, а потом перестройка, нищета. Им нет времени. Им не интересны мои картины. Они их выбросят. Можете быть уверены, или раздадут их просто по дешевке. Отдайте мои картины кому угодно, но не тем, кто в моем городе, но не в тем, кто в Красноярске. Как можно дальше кто-то от этого места. Дальше жить, но потом вы тоже превратитесь в прах, только я пораньше вас. Я не переживу смерть своих близких, не переживу, как не могу пережить то, что единственная девушка в моей жизни разлюбила меня 3 года назад. Я до сих пор живу с ней в своем сердце. Она давно задула меня. Она оставила меня гнить и побежала дальше по лестнице вверх к своей цели. Правильно сделала. Получил боевое НЛП не один раз.
Теперь я верю, что после смерти за мои картины меня накажет карма. Так они меня внушили, православные мошенники, астрологи, мошенники эти. Они разводили мою маму, но меня они развести не могли, поэтому они нагадили мне в душу. Так делали многие. Теперь я выжат, как лимон. Я раздавлен, как выжат, как лимон. Ты меня не любишь. Этому есть причина. Здесь такая обстановка. И еще закрыли границы. Теперь отсюда не выбраться из этой тюрьмы. Не выбраться из этой тюрьмы. Забери меня отсюда. Help me. And this. I am Александр Ленин. Please help me.